До того, как вылететь во Львов, он сделал неожиданное заявление на тему нехватки угля на Украине в связи с блокадой Донбасса. Из Киева репортаж Алены Германовой. Не очень хочется, но вынуждены закупать уголь Украине придется у России. Рассказывая об этом журналистам, премьер-министр Владимир Гройсман будто оправдывался. Из-за блокады, устроенной радикалами, украинские предприятия остались без донбасского угля. Промышленные гиганты работают в полмощности. Это мощная сфера украинской экономики. Когда перекрываются пути к украинским недрам, это же украинский уголь, он принадлежит украинцам, металлурги говорят, что очень трудно законтрактовать нужный уголь. Есть только два источника, либо Америка, либо Россия. О России вдруг вспомнил украинский премьер после недавней встречи с металлургами, на которой ему дали понять, не будет угля, не будет и экспорта металлургической продукции, на которой Украина зарабатывала около 2 миллиардов долларов в год, а деньги, как выясняется, все же не пахнут. Мы были вынуждены обратиться за помощью, в общем, к двум основным производителям. Это Россия и, естественно, Америки. То есть фактически блокада заставляет покупать уголь в России? Будто раньше и не покупали. О том, что гордой Украине без российского угля хорошо живется, то и дело вспоминает у трибуны президент страны Петр Порошенко. Теперь за новость российские поставки выдает его подчиненный Гройсман. Оба то ли не знают, то ли знать не хотят то, что давно посчитали в украинской фискальной службе. Только за первые 8 месяцев прошлого года Украина закупила угля у России на почти 600 миллионов долларов. В 5 раз больше, чем потратили на поставки из США, и в 12 раз больше, чем на австралийский уголь. А ведь на эти две страны, по словам украинских чиновников, якобы давно переориентировались. Но на деле ни одного глубоководного порта, способного принимать сюда с большой осадкой, так и не построили. Так что пока из Австралии и Америки уголь небольшими партиями плыл месяцами, Украина регулярно принимала угольные поезда из России. На самом деле проблема в том, что Украина отрицает категорически наличие каких-то серьезных экономических контактов с Россией и делает вид, что она с Россией не торгует. Хотя это не так. Российская статистика показывает, что в 2016 году на территорию Украины из России было продано примерно 11 миллионов тонн угля, где-то 5,7 миллионов тонн – это энергетический уголь, остальное – уголь коксующийся, собственно, который и нужен для металлургического производства. Украинская статистика фиксирует гораздо меньший объем. Есть обоснованные подозрения, что российский уголь украинской статистики отражается как уголь американский. Якобы не российский, коксующийся уголь, необходимый для работы металлургии, по неофициальной информации, Украина поставляла и на неподконтрольные территории в Донбассе. И этот месяц без поставок обошелся дорого. Частично приостановили производство, люди лишились заработка. Десятки предприятий и тысячи рабочих ждать, когда украинские власти образумят националистов, позволить себе не могут. Теперь уголь в самопровозглашенные ДНР и ЛНР поедет напрямую. На предприятиях ввели внешнее управление. Киев своим бездействием, по сути, выстрелил себе же в ногу. Блокада вызывает удивление, потому что основная часть все-таки металлургических предприятий, потребителей того же коксующего угля, она находится на неконтролируемой территории, но в то же время налоги, в то же время зарплаты людям платились из того объема, ну, который производят предприятия. Если они не получают тот же уголь с территории Украины, если у них нет поставок металла назад в Украину и продажи этого металла на внешние рынки, соответственно, нету как бы и зарплаты у людей, нету прибыли у предприятия, нету налогов в бюджет Украины. То есть это убытки для страны, и по большому счету, по предварительным оценкам, это может составить где-то около, ну, больше 60 миллиардов гривен налогов ежегодно. А ведь на встрече с металлургами глава МВД Украины буквально умолял правительство разрешить силовой разгон блокады. Министры решили вести с радикалами переговоры. Но судя по тому, что сегодня националисты перекрыли еще одну автотрассу, на переговорах полный провал. Алена Германова, Павел Матвеев, Наталья Литовка, Татьяна Бакулина, Первый канал, Украина.